Приветствую вас из Франции, мои дорогие друзья, подписчики и гости. Вы на канале у Галины. И куда это меня понесло на этот раз? Сегодня у нас вот такой вот ролик получится. 25+. То мы говорили аутфит дня, образ дня 50+, 70+, а теперь 25+. Вот сюда мы приехали. Да, я такая. Ай, как позируем классно. Надо и мне потом здесь попозировать. Здесь тоже фон неплохой. Ну, конечно, жутковато нам немножко. Какие-то там внутри здания, вот там вот звуки мы услышали. Ну, боимся, но делаем свою работу, да? Ах, и нелегка она, работа блогера. Кто-то не считает это за работу. Так, ну, с этой стороны мы снимаем, а сами боимся. Звуки какие-то внутри здания слышатся, как будто бы, ну, шаркает кто-то ногами, как пожилой человек. Может быть, бомжи там. Ну, не буду лучше страсти нагонять, а обсудим росписи на этих стенах. Изображения, конечно, классные, талантливые работы. Вон какой котенок, ну прям как живой. Вот стояла себе, стояла это заброшенное, начавшее разрушаться здание таким серым, неприглядным. И молодцы те, кто взялся его преобразить. Стрит-арт, уличная культура. Постоянно идут споры, считать ли это искусством или вандализмом. Ну, по-моему, какой же это вандализм? Это же так красиво. А вы как считаете, друзья? Пишите в комментариях. Так, сейчас... Сынок, иди вот в этот угол. Да нет, ой, осторожно. Не упади там в яму. Не наказан, но вот в этот угол иди. Фоткаю. Дмитрий позирует, а мы, друзья мои, с вами тем временем вспомним, что же такое граффити. От итальянского граффито – уличная живопись. Все очень просто. Граффити – это любое изображение на стенах зданий. На мой взгляд, это, конечно же, искусство. Вот без таланта, без умения попробуйте-ка изобразить вот так вот правдоподобно и красиво девочку, кота. Или же просто надписать. Конечно, это преображает городскую среду, ну, если вписывается, а не нарушает городской пейзаж. Классно. Ты что, видео снимала? Уже все боятся. Одна я авантюристка не боюсь. Так, ну, в кого же у меня сынок? Конечно же, в мамашу, в меня. Вот мы очень часто ездим очень часто в Ажен по этой дороге. Мимо всегда проезжаем вот этого аут, этого искусства. Я говорю, слушайте, ну хороший фон. Надо здесь нам тоже как-то заняться фотосессией, видеосъемкой, поснимать немножко. Вот, так что мечта авантюристки сбылась. Сына увлекла, он себе поснимал. И я, до меня очередь дошла. Вот такой вот фон. Ну, кстати, значит, 50+ аутфит сегодня. Вот такие у меня очечки. Сын подарил. У нас с ним одинаковая пара очков. Вот таких зеркальных. Бижутерия вот такая. Не знаю, я показывала вам или нет. Недавно купила. А, вместе с цветком, который у меня, вы видели на розовом платье в роликах. Вот такой вот свитерочек, пояс с кольцом, застежки, думаю, хорошо гармонирует с вот этой бижутерией, с этим кольцом. И вот такой вот манто. Это манто я купила в Перегио. Когда Дмитрий учился и потом работал после учебы в Перегио, у меня, кстати, видео есть о Перегио, когда мы там бывали, я ссылочку дам. Вот, когда мы в Перегио часто ездили, практически каждый уикенд. Вот я там случайно купила, набрела на вот такой вот манто. С поясочком манто, вот такой вот у него
воротник отложной, можно и вот так вот прятаться, укутываться. Совершенно абсолютно края не обработаны, вот. Просто обрезаны. Оно трикотажное, это манто. Вот здесь с этой внутренней стороны видно, как трикотаж, как бы вязаная машинная вязка. А вот здесь как бы пальтовая ткань. Вот такая. Вот. Вот такие вот свободные брюки. Черный свитер с поясом кожаным. О, машины проехали и лучше. Хоть перезаписывай, а? Ну ладно уже, мои не хотят, такие опасливые. Одна я чуть боюсь, авантюристка. Ну ладно, идемте. Как меня отец научил еще в юности. Говорит, дочка, если кто на тебя нападать будет, первое сразу же, что нужно сделать, это в ноздри два пальца и на себя. На всю жизнь запомнила совет отца. Да, запомнить-то запомнила, но, слава богу, не было таких ситуаций, где нужно бы было применить такой способ защиты. И не будем обижать героиню граффити, похожую, кстати, на героиню фильма «Аватар». Спасибо за фотосессию. Мама уже ушла к машине. Машину мы подальше остановили. Придется через поле идти пешком, потому что вот сюда, к этому зданию, невозможно никак подъехать на машине, только пешком дойти. Мы думали, поле будет слякотное, мокрое, влажное. Мы обувь испачкаем, но нет, нет. Хотя я все предусмотрела. Я даже взяла калоши резиновые с собой. Но они нам не понадобились. Все, идемте. Едем назад. Ой, хорошо, в машинке тепло так. Шапочка у нас с бомбончиком. Россия вперед. Завершенным я еще и ноготочки желтым цветом покрасила. Ну да, и уже утеплилась, шапку надела, хотя в машине тепло. Ты включил, да, шуфажа? Ну вот так мы сегодня провели выходной. Ой, блохеры! Я говорю, на что только не идут блогеры. Одного блогера аллигатор съел. Ничего себе! Доснимался, да, доигрался. Ну,